Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт и проходить карту Мертвая тюрьма, да, как она вот так называется. И, в принципе, в предыдущий раз мы остановились, в предыдущей серии, где-то вот там, я уже не помню где, но, в принципе, я вернулся сюда, где мы вышли, и пошли вот туда, но там на нас напала нереальная куча зомби, я уже немножко тут где-то сундук один нашел и уже вытащил себе. Вот это и охрененный лук на силу 4, да. Так. Радио стейшн. Ага, значит, тут у нас радио, да? И я еще нереальную кучу перебил зомбаков. На меня такая куча вылезла. Ну, не такая же, конечно, как в прошлой серии. Но тоже огромная. Ладно. Пойдем и сюда. Не знаю, что тут нужно. Так. Ух, отлично. Каменный меч. Шарпнес 1, смайт 1. И, ну, пускай его у тебя сломается. Так, радио. Ага, power is needed to use radio. Значит, нам нужно силу, чтобы включить радио. Найдите 4 генератора и включите их, чтобы запустить энергию и включить радио. Или радио, или еще что-то там потом нужно будет включить. Понятно, все понятно, на 100% понятно, что и как делать, значит, бежим в эту сторону, так как другого пути у нас, я думаю, нету. Меня более напрягает то, что дождь тут просто-напросто никак не может прекратиться, и более еще напрягает то, что ночь тоже никак не прекращается, хотя я уже столько... играю на этой карте, что уже... О, один... Это генератор, да, так как там кнопка. Ага. Значит, туда как-то нужно попасть, но, в принципе, главное, чтобы тут не было огромной кучи зомби. Нет, ребята, нет. Главное, сейчас назад. Вот этого в желез... Вот этого убить нужно. И вот этого... Ни хрена себе, зомби с луком. О, шлемак выпал. Так, ну, в принципе, с этим мечом, да, уже намного быстрее справляемся. Ну, в принципе, логично, да? Так. Так, по одному коцнули, чтобы быстрее убить. Сзади никого. Нет, сзади никого. Ну, еще зомбак бежит. Сюда. Отлично. Так, что тут у нас пишет? Генератор, push to the... Да, activation. О, отлично. И свет врубился. Вот это уже радует. Свет врубился, но дождь никак не прекращается. Я понимаю, что это не зависит, как бы, от генератора. Ну, уже вроде день наступил, да? День вроде уже наступил, но как бы этого незаметно, так как, в принципе, идет дождь, да, и все как бы туманно. Ага, давайте мы сюда залутаемся. В прошлый раз я вот на такой башне нашел вот этот лук. Так, тут у нас вот, да. Ух ты, ребята. Отлично. Мы уже нашли броньку на Protection 1. И давайте оденем вот этот шлемак. Сломаем его. Все, спускаемся обратно, чтобы быстрее прыгнем. Так. Сейчас бы догадаться, куда нам бежать. Ну, в принципе, у нас два варианта. Туда, туда, или же тут... Три варианта. Так. Тут у нас нужно искать генераторы. И плюс к тому, если бы еще какие-нибудь сундучки были. Есть сундук. Так, отлично. Уже какой-то лут. Фу, пока что покушаем, пока никаких зомбаков тут нету. Ага, у нас уже, конечно же, и меч почти что сломался. Не очень. Так как, в принципе, с этим мечом мы сейчас только что начали хотя бы быстрее убивать зомби, да, когда на нас кучи набегают. Ну, в принципе, так, один генератор мы активировали. Туда не будем и бежать, так как я не знаю, что там, какой-то вход на другую улицу. Или ни хрена себе, сколько их. 11 стрел. Ладно.
этому в лоб и этому в лоб. Так, мне нужно 4 генератора. Ребята, вы куда вообще бежите? В сторону. Сюда, сюда. Ух ты, сколько вас тут. Главное не умереть, главное не умереть. У меня же там... вот туда. Ух ты, отлично. Вот так будет быстрее. Да, отлично. Фу, убили огромную кучу зомбаков. Но я так понял, они тут не спавнятся, так как, в принципе, карта проработанная, да? Как бы сделано, чтобы они не спавнились опять кучами, и ты убил там большую кучу, и они опять заспавнились. Ну, мало того, что они не спавнятся, но их просто и так такая нереальная куча, что это сдурить можно. Посмотрите, сколько их тут. Сколько... прет на нас. В принципе, нету смысла их сейчас поджигать с топором, так как нету смысла, так как дождь идет. А, вот это долго будет. Зато сейчас уже есть смысл поджигать парочку ребят. Ху, раскидали. Ух ты, засада. Так. Это что там у нас, банда нигеров? В лоб. В лоб. В лоб. Во, отлично, дождь прекратился, наконец-то. И у нас закончились стрелы. Ух ты, вас там куча. Ребята, вы меня уже запарили, вас тут такое количество, что сдурить можно. 35 уровень уже. Фу. Так, давайте еще вот этого завалим. Ну, быстрее всего нам, конечно же, наверное, сюда нужно, так как тут лучники. Не умирать, не умирать, не умирать, не умирать, не умирать. Валим. Там сзади еще зомби? Или мне показалось? Нет, наверное, все-таки показалось. Твою ж. Фу, ну вас тут куча, ребята. Нет, не буду я туда пока бежать, так как жизни, в принципе, не очень много, а там лучник. Так, зажмем его сюда. Ага, я так понял, нам лучше в дом забежать, так как там что-то будет. Так, что там написано? Фу. Ну, еда, я не знаю. Так, лучше мы всего сюда забежим. Армори, что тут у нас? А тут у нас засада. И не выбраться, не выбраться. Не выбраться. Дайте адрегениться, дайте адрегениться. Ребята, харе, харе, реально харе. Засада. А нет, можно выбраться. Но на улице там и так кто-то есть, 100%. Запутанная немножко карта, много ходов. В принципе, так оно и должно быть. Фу, все. Я видел, где-то там генератор был. Или мне показалось. Так, тут у нас...
Вот, отлично, это можно одеть. Тут у нас... Тут у нас... Вот. Тут у нас другое дело. Уже намного лучше будет. Опять засада, опять засада. Так, прячемся за зомби, так как там лучники. А теперь иди сюда, паскуда. Иди сюда, вот. Нет, не буду я это подбирать. Это читерство будет, я случайно сломал. В принципе, я могу это все забрать, но это будет реально читерство. Зато тут такое большое количество стрел, что сейчас вообще охрененно. Охрененно. Стрелы, конечно же, нереально пригодятся. Больше, чем один стак. Теперь мы вообще хрен кого-то к себе подпустим. Ну, давайте все-таки на это, наверное, закончим. Да, эта серия не очень долгая, но, в принципе, я пока что даже не знаю, куда нам толком идти. Еще нужно 3 генератора включить. И пока что, ребят, давайте на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.